Здравствуйте, король свиней. Здравствуй, Тимми. А что же, сегодня свинохудожника не будет? Нет, к сожалению, он простудился. Но вместо этого урок проведу я. Ты, Тимми, ты разве умеешь рисовать? Конечно, умею. Моя работа попала на выставку всемирных рисунков имени моего папы, ну, то есть свинохудожника. Так что же, твой папа свинохудожник? Да, поэтому я с детства учусь рисовать картины. Так, берите лист бумаги, король свиней. Взял. Что же вы хотите рисовать, уважаемый король свиней? Конечно же, себя. Ну хорошо, смотрите. Для начала рисуем, угадайте, что? Что? Круг! Класс! Теперь рисуем пятачок. Здорово! Теперь рисуем глаза. Здорово! Теперь рисуем ушки. Ну и в самом конце рисуем корону. Вот, собственно, и вся картина. Как ты здорово рисуешь, Тимми. Надеюсь, к следующему уроку свин-художник выздоровеет, и вы вместе будете вести занятия. Надеюсь, что мой папа выздоровеет. Что ж, а теперь вы. Так я же это уже нарисовал. Угу, хорошо. А теперь посложнее. Извините, Тимми, но я уже опаздываю. Мне срочно надо ответить на один важный вопрос. Сегодня к нам приезжают гости из страны свиней из Санкт-Петербурга. Там нужно решить важный вопрос. Понятно. Пока. Пока.